Բարև ձեզ, ուրախ ենք ձեզ ողջունելու, երեկ տեղի ունեցավ ես կվերադառնամ տուն ֆիլմի դիտումը Մոսկվա կինոթատրոնում, որով մեկնարկ տվեցինք տարածաշրջանային համայնապատկեր ծրագրի, գիտենք, որ այս տարի ծրագրային փոփոխություններից մեկը նաև դա է, երկար տարիներ իր առաքելությանը ծառայած հայկական համայնապատկեր ծրագիրը մի փոքր վերափոխվում է, ընդլայնվում է մի փոքր սահմանները, նպատակներից մեկ այն է, որ հայ կինոն դիտարկվի ոչ միայն լոկալ, այլ նաև տարածաշրջանային ավելի լայն կոնտեքստում և առիթից օգտվելով, որ փառատոնը տեղի ունենում Հայաստանում, բնականաբար գտանք, որ խորհրդանշական կլինի, որ բացվի այդ փառատոնը հենց հայկական ֆիլմով, հայկական ֆիլմերը երկուսն են այդ տարածաշրջանային համայնապատկեր ծրագրում և այսօր ուրախ ենք ողջունելու մեր հյուրերին, ֆիլմի ռեժիսոր Դարիա Շումակովային և ֆիլմի պրոդյուսեր Բենիկ Առաքելյանին, ովքեր նստած են իմ կողքին, և խոսենք մի փոքր ֆիլմի մասին, համատեղ արտադրության մասին, թե ինչպես ստացվեց, որ ռուս ռեժիսորը անդրադարձավ շատ հայկական թեմայի և արտագաղթի և հենց մեր Հայաստանի ներքին ռեգիոնալ կյանքին և մի շարք այլ խնդիրներին, այդ իսկ պատճառով ուղղակի ներածության խոսքի համար խոսքը փոխանցեմ ֆիլմի ռեժիսորին, որից հետո կանցնենք արդեն հարց ու պատասխանին. Здравствуйте, меня зовут Дарья Шумакова, я режиссер фильма «Я вернусь» и продюсер Бенник Аракелян. Рассказать о фильме, или мы вчера показывали фильм в 4 часа, это был первый наш показ в Армении. До этого мы ездили по многим российским фестивалям, и в том числе по американским. Պատմում եմ այն մասին, որ երեկ տեղի ունեցավ Հայաստանում առաջին անգամ ցուցադրությունը, չնայած նրան, որ ֆիլմը արդեն հասցրել է տարբեր փառատոններով շրջագայել և այդ թվում և Միացյալ Նահանգներում. Как всё начиналось? Бенник, мы встретились с Бенником, и он сказал: "Я хочу". Что говорить? Перевод не нужно. Не нужен перевод. Мы встретились с Бенником, и Бенник, как продюсер, предложил мне снять кино в его селе Мавсес, Шамшадинский район. Я спросила, о чем будет кино. Он сказал: я хочу снять историю про мальчика, который ждет папу с войны. Но хотелось бы, чтобы войны в кадре не было, чтобы это было про человека. Мне стало очень интересно, потому что я снимаю кино про человеческие отношения. Я говорю: хорошо. Бенни говорит: а что, с чего мы начнем? Я говорю: поедем в твое село. И я, Бенник и еще один наш продюсер с российской стороны, Макар Запорожский, мы поехали в село Мавсес и ходили, разговаривали с людьми. Бенник рассказывал про свое детство. Люди в селе рассказывали про то, что они помнили про войну, про то, как люди возвращались с войны. Просто показывали, а вот здесь мы кукурузу сушим, а вот здесь вот какой-то ящик военный лежит. Не знаю для чего, но вот ящик лежит. И вот так мы прожили, не помню сколько дней, ну, 2-3 дня. А уехали, и потом как бы был написан сценарий. И потом мы вернулись в Мавсес, сняли кино. Кино мы снимали 14 дней с выходными, то есть это достаточно быстрый процесс даже для России, с полным погружением. Мы специально поселили ереванских артистов в деревне, чтобы они немного освоились, не мылись какое-то время, ели простую еду, учились держать вилки по-деревенски там, или там ломать руками хлеб, ну все такое. Բարև ձեզ, ես սկսեմ հայերեն, բայց կշարունակեմ ռուսերեն, ես գործի թեմայով կարող եմ ռուսերեն խոսեմ, բայց այնց հայերեն. Мне очень приятно, во-первых, находиться в Армении. Если мы начнем рассказывать про Мавсес, основная задача выполнена. Село Мавсес – это
на окраине Армении, Шамшадинского района, и мы видели там войну. И вот после, ну, спустя столько лет, и вот мы сняли художественный фильм. Почему режиссером стала Даша? Ну, у Даши была своеобразная любовь к Армении. И я, как армянин, хотел, чтобы Даша побывала в Армении. И вот так. Мы свою задачу выполнили. Мы хотели, чтобы это был армяно-российский фильм, армянский фильм. И поэтому всех актеров мы утвердили с Еревана. То есть у нас был кастинг, они поехали. Мне кажется, что Даша правильно передала армянский колорит своими глазами. То есть не совсем ортодоксально по-армянски, а с какой-то, ну, назовем по-творчески, с нежностью, с любовью, которую она испытывает к Армении. Мне кажется, что если в дальнейшем вообще в Армении будет сниматься такое кино, которое катается по фестивалям, мы сможем заявить о армянском кино, и это будет хорошо. И вот так вот. В общенациональном контексте. Да, но имеется в виду про именно армянское кино, чтобы заявить, чего я очень хочу. И мы все хотим внести в него такой небольшой вклад, чтобы состоялась единица армянского кино. Вот так. А, ну, раз уж мы заговорили о колорите, давайте немножко продолжим эту тему, потому что интересно, как вам вот удалось вот это приобщение, да, к аутентичности, колориту, то есть каким образом это происходило? Вам, естественно, помогали друзья армяне, да, которые вот эти традиции, все это прекрасно знали, но, наверное, в любом случае был же какой-то барьер межкультурный между вами, или вот именно в этом общечеловеческом контексте даже этого эстетического барьера не было. Ну, я думаю, здесь как бы произошла такая штука, как действительно, вот Беник правильно говорит, любовь. Потому что я русская, оператор русский и художник, то есть человек, который отвечает за стиль картины, вплоть до ковра, который висит, тоже русская. И мы были просто, ну, мы влюблены во все, мы влюблены в эти цвета. Оператор ходил по Еревану и говорил: «Боже, это такой прекрасный камень, вот этот тоф, да? Боже, это такие цвета». Художница все время говорила: «Боже, посмотри, ну что бы мы ни делали, все сочетается по цветам. Смотри, с землей, с деревьями, с небом. Боже, как это прекрасно. А вот какая тарелка, она такая фактурная». Ну вот как-то не было никакого... Ну еще, конечно, надо сказать, что у нас нету... Я и оператор, и художник, мы много путешествовали по Кавказу в том числе, поэтому у нас как бы есть восприятие южной, ну, любовь к южной культуре, назовем ее так, не знаю, как ее правильно назвать. И еще, когда ты сталкиваешься в селе, не сталкиваешься, а работаешь в селе с людьми, которые не педалируют это, не говорят: «Вот посмотрите, как у нас здесь все, вот, а как бы в них это все есть». Они там носят эту одежду, и им это нравится, они едят там скромно, но ты смотришь за ними, наблюдаешь, понимаешь, как это красиво. И вот, мне кажется, потому что они не давили на нас своим колоритом, а мы его самого изначально полюбили, мне кажется, поэтому как бы все срослось. Потому что мы ходили все время, восторгались, у меня слов не было. Какие-то моменты я вспоминаю, я просто, ну, визуал, и я думаю: «Боже». Я много путешествовала по миру, но такой душевной красоты я видела редко когда. И в Армении вот эта та самая душевная красота, там, начиная от того, как поют птицы, не знаю, все. По поводу любви и то, что Ереван Армении понравилось ребятам, мы вот этой же командой уже год все рассказываем друг другу какие-то новые мысли. То есть Даша ни капли не преувеличивает по поводу ее любви. Как бы. У Даши любовь к армянскому колориту, у нашего оператора к армянской архитектуре, а у Наташи получается к коврам армянским. Поэтому вот так вот. А по поводу преград, кстати, нам очень помогали люди, Даша правильно сказала. И если бы они нам не помогали, было бы очень сложно как бы снимать, потому что нет никаких условий, чтобы снимать там кино. То есть жители, это были наши помощники, чтобы мы как-то там смогли
принесли свои вещи. И если можно еще немножко про вот эту автобиографичность на вашем примере. Вот, естественно, любой житель Шамшадына не понаслышке знает, что такое граница, что такое война и в мирное время, ну и, естественно, военное. Но вот в целом вот эти разные пласты, которые есть в фильме, проблема ну, отцов и детей, разрыва между поколениями, поствоенный синдром и вот это все, то есть насколько это фундаментом этого являлись ваши, я не имею в виду лично ваши, но какие-то реальные автобиографические истории. Давай ты про мальчика, а я потом про перестройку. Простите. Смотрите, я немного дольше расскажу. Был подросток в начале 2000-х в Армении. Его папа является героем нашего села, зовут его Артур. Как-то у подростка ну, в претензии спросили, что он себя хорошо ведет, ты же сын Артура. Это я в целом рассказываю. И он сказал, что я его не знаю. Я как бы видел эту картинку, как он возмущался, у него была своеобразная жизненная позиция. И вот я тогда задумался, господи, что это? И я задумался, подожди-ка, я провод, кажется, держу, вот. И вот так. Тогда появилась идея. А вот так вот, хорошо? Нет, я как-то, ну, стараюсь аккуратно с ним. Как с армянским бурумом, Даша, ты же знаешь. И вот так вот. И вот появилась эта идея. А я придумал некий фундамент истории, отталкиваясь от моих ощущений, что я жил там, связанный с этим мальчиком-героем. Он половину вымышленный, половину так из моих чувств, из моих воспоминаний. А дальше все внесла в эту историю Дашу. То есть историю, когда история развивалась, Даша уже, побывав в Армении, все придумывала она, и она сейчас вам скажет, с какими эмоциями она это сделала. Мы много, ну, как бы, кто подворачивался из людей, рассказывали нам истории. И на самом деле тогда рассказали столько историй про то, как было после войны, и про то, как люди в 90-е годы искали работу, и как то, как они столкнулись с перестройкой. Все это я записала потом, но половина истории не подходила под главный сюжет фильма. То, что подошло, то как бы я взяла. Но там были такие, например, одну историю, я хочу рассказать про тетю Беника. Она говорила, у меня только что родился маленький ребенок, ну, то есть он младенец. И после войны еще продолжают там бомбили или стреляли, да, ну, то есть уже дома там рушились. И она говорит, я лежу ночь с маленьким ребенком, а муж уехал в Москву на работу. Я лежу, а на меня рушатся камни, ну, то есть крыша рушится или уже дом рушится. И я, говорит, думаю, надо же уезжать, то есть очевидно, сейчас просто убьет меня или ребенка. Надо ехать в Москву, ну или на заработки. А потом говорит, лежу и думаю, но я же не могу уехать. Пусть на меня все это свалится, я отсюда не уеду. Здесь моя душа в Мавсесе, в этой деревне. И вот эти истории, как бы их было много, но говорю, вот в частности именно история, она вот к нам конкретно в этот сюжет не подошла, но я до сих пор ее помню, и у меня мурашки идут, когда я думаю об этом. Для меня конкретно как бы история мальчика, который ждет отца, для меня была понятна как конфликт. Ну, то есть я понимала, как развивать как сценарист конфликт. А я, грубо говоря, там, скажем так, душевно я подключалась к таким вещам, как возвращение в село, потому что я провела свое детство в деревне Воронежской области. И мое детство пришлось тоже на эти же годы, как у Саро. И я знаю, что такое перестройка, я знаю, что такое родители без работы. Я, как бы мы все уехали из деревни, мы не смогли там. Мы бросили дома. В России это вообще страшная тенденция. Люди уехали в 90-е годы. Там куча земли, на которой ничего не растет. Все хотят вернуться. Это мне история понятна. Мне понятна история отца, который ищет и пытается какую-то работу найти. У него нет никаких основ. Он чувствует себя ничтожным, никчемным. И еще тут проблемы с сыном. Это все меня задевало. И это я все сама в жизни испытала. Поэтому такой получился конгломерат какой-то идеи. Харцель.
В конце концов, у вас получилось тот фильм или та картина, о чем вы подумали сначала? Да, абсолютно. Да? Да, да. Все абсолютно. То есть собранная история у вас получилась? Нет, нет, нет. Вот как раз на не собранные, то есть те истории, которые мне рассказали или там, какие я наблюдала, они у меня в дневниках лежат. А здесь, ну, как бы история, как все, что подходило под историю, то есть там вернулся папа, я там спрашиваю, а что, там мне рассказывали, ну, вот вернулся дядя, и мы, говорили, устроили, ну, не вечеринку, как правильно назвать, сидели за ужином, и это сразу, ну, как бы входит в сценарий, потому что это подходит под сюжет. А те истории, которые не подходили под сюжет, они как бы... Вот. А что касается того, что мы хотели, была самая главная задача сделать это документалистически. То есть вы, наверное, заметили, это документальная камера. Это во многих ролях, что нам очень сильно помогло. У нас снимались настоящие учителя села МФСС, жители села, не артисты на втором плане, которые как раз и создают ту самую трушность, как у нас сейчас говорят слово true или настоящесть, да, или документалистику. И как бы в сочетании с субъективной камерой, которая следит за эмоциями героев, это было, ну как бы, задача была реализована, да. То есть у меня нету вообще никакого там, что чем-то, что-то пошло не так. Нет, все пошло правильно. И то, что мы снимали быстро, и то, что у нас было не огромный бюджет, как каком-нибудь у крутого режиссера в России, если у нас был огромный бюджет, это кино пошло бы не так. То есть вот эта задача была, ну, не было бы этой, не знаю, трушности, опять же таки. И у меня самый последний вопрос, он относится к главному актеру, вернее, и к мальчику, и к отцу. То есть, ну, потому что, ну, в любом случае, в любом фильме важны актеры, но тут очень большой груз, в хорошем смысле этого слова, да, профессиональный, на того, и на другого, как вот происходили поиски этих двух актеров. Сначала расскажу про Эдика, про мальчика. Дело в том, что, ну, интересная история была. Мы запросили фотографии, у нас здесь был кастинг-директор Ада Симонян. Она прислала нам фотографии мальчиков, мы выбрали фотографии, потом я запросила у них видео определенное, они прислали нам видео, мы посвящались, все вместе выбрали тех, кого мы будем пробовать. И я приехала в Армению и устраивала актерские ансамблевые пробы, как это обычно делается. И там было два мальчика. Один был такой бандит, я бы сказала, хулиган, да. А второй был абсолютно закрытый. А мне нужен был интроверт, который в конце становится хулиганом. Или который интроверт, который мечтает о той жизни, который как бы... Ну, вот с этим рэпом и так далее. Ну, чтобы в нем проснулась какая-то такая хулиганская жилка. Но совсем хулиган мне не нужен был. И совсем интроверт тоже. И вот мы влюбились в обоих этих детей, но такие сидим и говорим, как бы было бы классно, чтобы что-то посередине было. Вот найти бы такого мальчика. Ну, и приехали, на самом деле, мы в Армению уже перед съемками и не знали, кого выбрать из этих мальчиков. И тут в этих сомнениях я говорю, ну давай устраивать Бенику, говорю, давай еще одни пробы устраивать. Вот. А тут Беник смотрит список, который был у нас на кастинге, и говорит, слушай, а ты видела вот этого мальчика? И показывает мне. Я говорю, нет, его не было на кастинге. Он говорит, странно, мы звоним Аде, а Ада говорим, а где мальчик-то? Она говорит, ой, вы знаете, а я забыла вам сказать, но как бы они не смогли в этот день, я до них не дозвонилась, до родителей. Он не был, он не смог в этот день прийти. Я, ну давайте, может быть, он придет, вот мы еще прилетели, пусть он приходит. Он приходит, говорит, а я Эдик, фамилия моя Аркелян, у Беника тоже фамилия Аркелян. Значит, Беник уже влюбляется. У меня еще брат Эдик. Да, то есть все вместе. А я смотрю в голубые глаза, естественно, я влюбляюсь. Я думаю, ну ладно. Но говорю, тихо-тихо, сейчас нельзя так, надо эмоции придержать, окей. Ну, мы начинаем с ним разговариваем, просим его что-то, пробуем. Ну и стало понятно через 20 минут, что это тот самый. Он очень интересный мальчик в том плане, что он вот даже вчера мы были после фильма,
Он ушел в себя, ну как бы, и это было очень интересно им управлять, потому что то он интроверт, то в нем просыпается вот это то, что нам нужно было. Это было очень интересно. А папа, это, я так понимаю, он у вас звезда телевидения, и как бы я вне телека, я вообще не смотрю телевизор. Папу и маму также фотографии, потом я запрашивала видео, после видео мы приехали сюда и пробовали в ансамбле. То есть я каждого папу и каждую маму, которые у меня были претенденты, и каждого дедушку мы пробовали отдельно, и потом ну, миксовали этого папу с этой мамой, эту маму с этим папой. И путем таких проб стало понятно, что эта пара имеет право на жизнь в такой документальной европейской манере, которую мы хотели. Все остальные артисты, которых мы пробовали, я сейчас не всех помню по фамилиям, они были замечательны, с ними было очень интересно разминать материал, но в них было такое немножечко, в них не хватало вот этой трушности, вот, которая нам нужна была. Вот так все случилось. Но а что касательно папы и мальчика на съемках, для того, чтобы у них был конфликт, я провоцировала этот конфликт, если честно, несколько раз специально, чтобы... Ну, что я делала так, чтобы у них отношения не сложились. Вот, они, собственно говоря, у них не сложились. А после фильма сейчас все нормально? После фильма все нормально. Но там дело в том, что у Нерсеса, вот у папы, у него на самом деле, он по-человечески очень добрый. Я думаю, что у него теплая энергия. Я думаю, когда он очень любит детей, и дети любят его. И это была ловушка. Вот, потому что если бы Эдик полюбил бы его той любовью, которой все дети любят Нерсеса, а Нерсес его, мы бы не сняли бы, ну, как бы конфликта бы не было. Вот, поэтому его приходилось немножко так подогревать. Вот. А в чем состоится конфликт? Конфликт в том, что ты, папа, оказался не тем. То есть ты мечтаешь о папе, и как бы ты выстраиваешь, как все мы мечтаем, о любви, там, не знаю, или там... ну, об отношениях, да, и думаем, что отношения пойдут неважно. Любовные отношения, папа, мама, бабушка, внук, да, у нас есть какие-то идеальные. И вот мальчик просит Луну и говорит, папа вернется, но он не понимает, ну, верни мне папу, но он не понимает, что за этим стоит, да, что папа придет и скажет, а я мужик в доме, а ты что здесь, у вас там то, сё. Мальчик это вообще даже рассчитать, естественно, в силу своего возраста не может. Вот. И как бы папа не принимает рэп, у папы нет времени, папе надо бежать, значит, устраиваться на работу. Сын думает, что все время тот будет с ним, и вот растет. И в конце концов он не дает ему за руль сесть, доказывая тем самым, что я мужик, а ты не мужик. И это окончательно ребенка выбивает из колеи. Это вечная война отцов. Ну, вечная война. И мамы, дочек, это война. Ну, как бы, я там, например, я никогда, у меня подруга, мама не моя подруга, мама самый близкий человек, но при этом вот я выросла, и я не могу с мамой находиться на одной кухне. Мама, ты не туда положила тарелки. Я вот так же, как Эдик, вот сейчас буквально вот до приезда, вот от отъезда в Армению, мама там старалась мне помочь, чтобы я все успела, и она вот положила тарелки не туда, и я не могу их найти. И вроде хочется, чтобы мама помогла, но ё-моё. Да-да-да, задавайте. Если вы снимали еще один фильм в Армении, о чем был бы этот фильм? Я хочу, мы с Бенником, «Пропал режиссер» называется. Мы с Бенником хотим снять такую историю, называется «Пропал режиссер», про то, как в Армению приглашают очень известного, скажем так, молодого, знаете, у нас есть такие режиссеры на хайпе, такие не углубляющиеся внутрь, а такие как бы больше про, как сказать, про пафос, про понты. Вот представим себе такого режиссера, который в Москве считается крутым. Его зовут в Армению ставить постановку «Горе от ума», серьезную. И Армения возлагает на него надежды, что он сейчас приедет и тут как бы выдаст арт-фурор. Вот. И в этот момент, там, не буду рассказывать по каким обстоятельствам, его крадут добрые армяне. С добрыми целями, да. Но это на самом деле, я бы назвала это трагикомедией такой, или драма. Сейчас у нас это очень модно, он назывался, как же он называется, драмеди. Жанр драмеди. Это драма, в которой еще смешно. Вот мы хотим снять такое кино. Ну, в результате закончится, конечно, спектаклем, но спектакль будет вовсе не в том месте, где его ждут, вовсе не с теми людьми, не с теми артистами,
которые там, которые хотели привезти в Армению. Вот, то есть, грубо говоря, про то, как пафосный режиссер в Армении становится человеком. Он находит, да, себя. Он находит себя, но скорее даже становится человеком. Вот основной посыл как бы фильма хотелось бы такой. А я понимаю, это уже проект, да? Ну, мы разрабатываем. Разрабатываем, да. Да, да. Разрабатываем, все пишем, что-то чертим, забываем иногда, но мы стараемся. Мечта такая, да. Ну, не то, что мы уже половину написали. Мечта цель, да. Вы знаете, мне кажется, нужно это до кинотеатров довести, а конец этого фильма – это прямая история этого села, потому что из всего села, то есть все люди, которые были, уехали на заработки после войны. Вот все мужчины, почти, ну, 90% из-за того, что МОВСЭС находится очень далеко, и это, да, да, 800 метров над уровнем моря. Но мне уже говорили про это, что давайте снимем, но придумаем. Но я, во-первых, не имею права без Даши это сделать, и нам кажется, что, ну, пока не, ну, мы не понимаем, что это сейчас доведем до кинотеатров. Наша основная задача была, чтобы закончить нашу фестивальную жизнь золотым абрикосом. И знаете как, я армянин, ну как бы я скромно себя вел, что я вот там хочу попасть именно как бы на армянский кинофестиваль. А об этом сказала Даша, честно. Она сказала, что я вот очень хочу на золотой абрикос. И мне вдвойне приятно было, и вот спасибо Карену, что вот мы попали, и наш, так сказать, гастрольный тур по поводу, да, что нас увидели, заканчивается именно наш вот фестивальный тур золотым абрикосом. Карен, если честно, я последние две недели так нервничал. Вы все не отвечали, ничего, ты молчали, а мы переживали по этому поводу. Я хотела сказать еще про продолжение. Просто была такая история. Я после фильма села однажды в такси, вот, и везет меня таксист, и вдруг начинает говорить по-армянски. Ну, кому-то по телефону звонит на повышенных тонах. Я ничего не понимаю, но я сразу поняла, что это армянский. Вот. И вот что-то в какой-то момент он бросает трубку, что-то. Я говорю, а вы по-армянски говорили? Он такой, да! Вот, испугался. Я ему говорю, мы вот кино в Армении снимали. Я ему рассказала, про что? И он говорит, да боже мой, это же моя история. И выясняется, что он также уехал на заработки в Москву, но у него, он работал на стройке, потом стал, возглавил строительную, ну, как бы фирму, или как это правильно назвать, и его, как это тоже называется, ну, обманули в Москве. То есть он разорился, и он теперь возвращает долги. Вот. Я поняла, на самом деле, тогда, в тот момент, что продолжения у этой истории нет. Потому что вот если на самом деле это было так, те люди, которые уезжали в Москву, все, как это, претерпели... Не от хорошей жизни. Да, не от хорошей жизни. А на посыл фильма не об этом. То есть это уже, как бы, грубо говоря, если снимать продолжение, оно должно быть снято вот в этом ключе, как у этого таксиста, да, про проблемы. А это уже другое кино. Ну, в смысле, не то, как сказать, не с той атмосферой, что ли. Хотела снять о любви, как бы, к земле, о возвращении домой. Вот. И еще однажды был такой тоже случай. Мы были на фестивале с Сашей Котом, «Спитак», он представлял. А с Сашей мы знакомы, и он подходит ко мне и говорит, а давай фильмы показывать, наши фильмы показывать рядом. Я говорю, как это рядом? Ну так, у тебя же герой, типа, уезжает в Москву? Я говорю, да. А у меня, говорит, возвращается. Давай, говорит, сначала ваш фильм показывать, а потом мой. То есть истории про возвращение, они могут быть, но такие, как, например, «Спитак». Вот. Ну, то есть это должно быть что-то масштабное. Вот. Просто про стройку.